Доброго здоровья всем вам, друзья, всем, кто посетил нашу страничку. Очень рада вас видеть, ребята. Очень благодарна старым друзьям и очень рада новым. Баримора привел к нашему дому молодой человек. Сказал, что нашел его на обочине и отвел в клинику. И там, в клинике, Баримору оказали вот такую помощь. На открытую рану наложили гипс. Потому что, когда начали дома осматривать парня, я увидела, что у него из-под гипса сочится кровь. Любой, даже бездарь, ветврач, должен понимать, что на открытые раны гипс не накладывается. Да. Ты едешь домой? Ты едешь домой? Пошли.